Смотрите в пятницу в 18:15 на телеканале «Самара ЕС» программу «О животных хочу домой». Как решаем вопрос бродячих собак и кошек и чем помогаем брошенным и бездомным животным. Вы увидите в программе, зачем стригут собаки, как стать грумером. Видео-визитки «Две кошки и две собаки ищут себе новый дом и хороших владельцев». Гости в студии – администратор приюта «Зал спасения» Алексей Богданов и руководитель приюта Татьяна Савицкая. Смотрите в пятницу 18:15 на телеканале «Самара ЕС» программу «Хочу домой».